я испытываю не меньшее удовольствие от движения к цели, чем от, собственно, ее достижения. Я бы хотел до 78. То есть у меня голова кружилась. Я хотел только, естественно, жрать. До акробатики у меня было очень много всего, на самом деле. За что-либо я не возьмусь в спорт, у меня все всегда получается. Уже несколько лет пытаюсь встать в 7 утра, я прям завожу будильник, чтобы день был большим, длинным. В парк часик ездить. По Сокольникам. По Сокольникам, по Лосиному острову, по бездорожью, там все как надо вообще. Тройной прыжок или четверной прыгаешь, так тебе весело, правда? Я немного попробовал, как-то волнительно было. Мужчины меня обожают, любят, восхищаются, и, конечно, я умею их пленить. Мне захотелось стать причастной вот к этому спортивному миру. Присоединяйтесь. ЗОЖ. Звезды о жизни. На телеканале «Здоровое ТВ».